Во-первых, сама премия нами задумана как премия, которая отвечала бы понятию «российская». То есть это выдающиеся художники, деятели культуры и искусства прошлых времен. Такие вот среди них вы наверняка, как Андрей Рублев, как Василий Иванович Сурик, такие как Михаил Александрович Врубель, Казимир Малевич, Родченко. Очень много имен. Почему так? Можно было бы, казалось бы, ограничиться одним каким-то именем, но в нашем проекте участвуют художники самых разных направлений и жанров, и видов. А это значит, что...